иду. Пришел на память анекдот по поводу работы и идти на нее. Если вы проснулись утром и вам не хочется идти на работу, откройте журнал Forbes. Внимательно почитайте весь список. Если в этом списке вы не нашли своей фамилии, прекратите выделываться. Вставайте и идите на работу. Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале «Жизнь с нуля». С вами, как всегда, автор и ведущий этого канала Вячеслав. Рад предоставившейся возможности сегодня записать очередное видео. Я являюсь автором этого канала. Я большой эксперт в том, как создать самому себе проблемы. Вот, соответственно, я всегда знаю, как и что не надо делать для того, чтобы этих проблем не было. Этот глобальный опыт я получил в течение всей своей жизни. И если бы мне сейчас дали возможность прожить жизнь мою сначала, я бы, возможно, многое бы не делал, многое бы сделал. И, в общем-то, об этом мой канал. На этом канале я веду свой блог, где показываю, рассказываю, как я выживаю, как и из чего состоит моя жизнь. На этом канале много общения с людьми из разряда нищебродов, таких же, как и я, что, собственно говоря, и потихонечку формирует мой такой маленький контент. Сейчас я после стрима иду на работу, на свой объект, вот, где я работаю со своими друзьями, такими же нищебродами, как и я. Вот, если у вас появятся вопросы, вы их всегда можете задать внизу в качестве комментария. Значит, что еще могу сказать? Собственно говоря, все. Идем на работу. Ну что, вот положили мы плиточное полотно. Сейчас пробиваем канаву, армируем. Снимаю на свой старый телефон сейчас. И осталось у нас вот это вот сделать и еще вот тут. Вот этот участочек до угла. До угла. И вот здесь вот еще прям вот сбить бетонно. Вот здесь тоже будет плитка. Здесь у нас под лоток выпилили мы слив, чтобы вода не забиралась здесь. Здесь сейчас углом делаем тоже забил. Сюда съезд был небольшой. Тут все заармируем и зальем бетоном. Асфальт, конечно, поддается, но все-таки тяжело идет, потому что вязкий.